Я всем прислал, кстати, я поиграю в Андикет Смоктрап, но, да, хоть я тут и прошел уже все, как вы видите, типа 3 звезды, но мне говорят, что ты старой версии играешь. Я говорю, ну, я, в принципе, не удивлен. Да, я и написал то, что сначала заснял все в один день, и поэтому... А куда девать? Что, удалять, что ли? Да не, я ж там как царский тащил, вы чё? Ну, сейчас его пытался скачать, надеюсь, это она, ну, там... ОВАС у меня написано, типа, версия сама. Там оригинальный апдейт, ну, всякое такое, типа... Давайте начнем просто новую игру. Да, новая, видите, у нас такого не было просто, окей. Зато вы видели, что я прошел всю игру, так что если что скажете, типа, ой, ты не смог пройти, говорю, а у меня есть доказательства, я прошел, и мне все равно, что она старая. Ну, 3D есть, новая версия есть, есть, все. И, ладно. Так, что... О, ух ты, господи, боже мой. Да, если у меня голос изменился слегка, может там какие-то схлипы будут, да, я болею впервые. Ладно, не болею, я простыл, хорошо, не буду врать. Или болею. Я сам не знаю просто. О, вау. Ух ты, господи, боже мой. Короче, если так, то да, капец. Я надеюсь, я недолго буду. А, наверное, когда я тут видео выложу, я уже, наверное, выздоровлю. Кто знает. Я просто... У меня еще есть FNAF копия, который должен был выйти. У меня там... Мы всю игру прошли, поэтому надо еще монтировать ее и всякое такое, вы сами понимаете. Поэтому да. Все, это кнопка света, короче. А, работа второй ночи, окей. Это перезагрузка, окей. У тебя есть камеры, маска и фонарик. Фонарик. Ну чё, красивый шрифт. Два косаря FPS. А. Если первая ночь будет такая же, как и раньше, то... А, чё, серьезно? Только все, один? Не, ну... Я сейчас просто буду сидеть так и 5 часов крутить. Ну блин, ну так же как-то что-то... Даже маски нет, а чё бы... Не, ну как бы знаешь. Если придется, то ладно, хорошо. Я тогда буду делать так. Я сейчас просижу. Если это все будет типа за ночь, я просто покажу, как я прошел ночь, типа, все, 6 утра. А то, ну, смысл сидеть, смотреть, как я кручу эту штуковину 6 часов, короче, ну да. Так, ну чё, давай, я размятый. Два косаря FPS меня затащат. Они мне помогут. Привет. Привет. Да, привет, Голден. Hello, hello. Ну, мне кажется, что ты тут делаешь, ты? What is you doing, man? Вообще, круто, когда у тебя этот Муронета есть, Муронета, да. Есть везде, ты можешь просто взять по всем камерам идти и просто следить за этим аниматроником, еще и крутить одновременно. Я не знаю, это как-то нормально сделано. Мне нравится. О, наконец-то. Я что-то сижу такой, о, капец, так долго, и сижу, жду. Ну, в итоге прошли, хорошо. Две ночи мы прошли на изи, потому что это, в принципе, две вторые ночи, типа, первая легкая, просто сижу, смотрю в небо. А вторая даже прекрасный Федор. Ну чё, давай третья ночь, посмотрим, сколько она тяжелее стала. Кто добавился? Спринтера добавил 100%, в принципе, логично. Так, ну, в принципе, это, наверное, опять снова такая же третья ночь, как и раньше. Чё я говорю, это уже третий раз, сам не знаю, потому что третья ночь, логично. Ну, давай посмотрим просто. Не, Мэнгл, да, Монгол, вообще-то. Чупоник, никого, да, никого. Что это за угол? Как бы как во FNAF 2, когда по батарее получаю вот так, короче. Ну да, я показалось, наверное. 6 утра. В принципе, неплохо. Серьезно, неплохо. Я не знаю, сколько у меня там времени занимает это все видео. Серьезно, я просто не знаю. Если оно уже занимает больше 10 минут, то нет смысла. О, нихера себе. Что-то я забыл вашу такую пару, так скажем. Да. Ну чё, я сейчас посмотрю, типа, если времени у меня достаточно, значит серия заканчивается. Ну, вы сами это увидите по таймлайну. Типа, таймлайн тот это линия, кто, если что, не вкурил, как говорится. Если времени будет много, значит это все. Если нет, значит сейчас будет еще и какая четвертая ночь. Ну чё, пошли смотреть. Так, 2800... 2086. Ага, фонарик. Мой прекрасный фон... Нифига, какая глубокая шахта. Шахта. О. Что-то я вас честно забыл. Как будто первый раз увижу. Привет, я тебе сразу... Труба. Я думал, это не труба, я вообще-то не обратил внимание. Что это такое вообще? Так, можете по одному ходить, пожалуйста. Я как бы, конечно, профессионал, не своего дела, и привет, я тебя вижу. Так зачем маску снял ты? Я сидел в маске, хотите сказать, или что? Не смеши меня. Не смеши мои лисьи лапы, как говорится. Сейчас а то я тебя как царапну и все будет сесть. Да ты... Монгол, иди нахер, пожалуйста.
5 утра, мы тебя не ждем. Ты нам не нужен. Не нужен он, да, не нужен. Бесишь! Это шипение, голова болит. Как я говорил, это еще самый первый, типа, начало съемок, это еще давно, когда я только первый раз играл в эту игру. Голова мне этого звука болела, и сейчас она меня болит. Монгол! Монгол! Иди нахер, пожалуйста. Монгол, если что, мангол. Никакие это национальности или что-то еще не, понял? Так, иди отсюда. Нет! Сейчас какой скример на полэкрана, я такой, в смысле, ну ладно. Ну вот, короче, меня Монгол, Федор, Спрингтруппе и Бонни. Чё в итоге? Слились. А чё? В смысле? Чё-то мне не нравится. Не говорите, что у меня из-за того, что я ту игру прошел, теперь у меня остались сохранёнки, поэтому... Окей, смотрите, давайте так. 3 звезды. Первая дается за 5 ночей пройденных. Окей, это за 6-ю, это за 7-ю. Но я же не проходил сейчас 7-ю и 6-ю. Давайте посмотрим. Чё-то мне это не нравится, серьезно. Я... Либо я лох и не могу нормальную игру установить. Хотя я ту уже удалил, потому что... О, как всегда... Игрушка. Так, я же маску одел. Я что-то... Не, секунду, что-то я не понял. Я понял, что эта игра все, короче, пошел я в жопу, шестую ночь я точно не пройду. Ну, подожди. Ну я прошел, ладно, видите? Окей, секунду, я что-то не понял. Это юмор такой, типа то, что я должен сидеть в камере сейчас, в этой. Вот так, выйди отсюда. Капец, крутая игрушка. Буби, буби. Ну по факту у меня вон есть звезды, так что я прошел, типа. Чё? В смысле? А почему я фонарик? Я, короче, помню, мне сказали в комментариях, что... Не надо на нее, короче, долбить. Хотя я это делал. Не, напугайте меня. Напугайте меня, пожалуйста. Я что-то не понял, почему у меня шестая ночь врубилась еще с той версии. Убивай, убивай, пожалуйста, убей меня. Я тебя прошу. Ага, давай, давай. Спасибо. Так, вот сейчас меня смущает кое-что. Почему сейчас мне активировалась та версия ночи, типа, ну почему? Первый раз какую-то вообще камеру был какой-то, я вообще хер знает, что я сейчас сделал. Я сам в шоке был, серьезно. А потом сейчас врубается старая. Почему? Почему? Так. Либо вот у меня баги с игрой, либо я лох. Не, ну-ка, а в смысле? Уйди. Убей меня, пожалуйста, я не знаю, что за юр. Да, спасибо. Это, наверное, серия, где больше всего меня будет убивать. А почему? В смысле, а? Я вот первую эту смог как-то запустить. Окей, запустил. А сейчас что, почему нет? Да смейся, она, наверное, сейчас сидит, угорает меня. Ха, игру запустить не можешь, лох, лошара. Ну, как бы, в принципе, я не отказываюсь. И не, как говорится, не отрицаю этого всего. Ну, почему? Так, это... Какой хороший звук. Короче, я не знаю. Давайте покликаю, может быть это юмор какой-нибудь там, не знаю. Может я что-то... Не, ну почему у меня запускается стар... Первый раз запустилось у меня правильно, это типа потому что я лошары пройти не смог. Ну серьезно, давай. Может потыкать как-то секреты комбинации, не знаю. Да не, а в смысле? Я не хочу проходить шестую ночь еще раз, я ее пройду. Типа окей. Я хочу ту попробовать. Такого я, честно, не понимаю. Так, экстрас. Экстрас. Капец. Я одно из... Вот, сюда. Ага, и чё? Помехи, уйдите, у меня глаза болят. Ты... В смысле? Иди в жопу, короче, мне надоело. Короче, я не знаю, отстань. Фу, гадость. И чё? Я бы даже перед тобой пошевелюсь. Никого такого. Она на меня ни разу не нападала за это, капец. Я всегда просирал только то, что я не успевал. Короче, я не знаю, у меня все багает, все ломается, все не хочет, короче. Если мы начнем, то ничего не изменится. Так что, все, короче, меня надоело, пока.